Уходи, уходи, пошел коня в прыжке! Прекрасное вот попадание! Еще раз! Не надо рубиться, наверное, хотя получается пока у Хабиба. А как он не получился? Хабиб! Перекрывается Хабиб и тут же идет в борьбу. Да, сейчас можно привести тейкдаун и вернуться к плану. И есть тейкдаун! Падает Блэк Коннор, оказывается он на спине. Сразу же пытается его Хабиб развернуть. Просто сумасшедшее выступление показывает Хабиб Нурмагомедов. Как зацепил справа. Улучшает позицию. Входит фулл маунт. Кажется, да, что Коннор уже готов отдавать спину. Да, отличная позиция у Хабиба. Фулл маунт есть. И шансов у Коннора остается совсем мало. По такому раскладу подключать локти. Коннор пытается вырваться, не получается. Но улучшает позицию Коннор Макгрегор. Очень хотел вложиться в этот удар справа локтем Хабиб Нурмагомедов и совсем чуть-чуть потерял позицию, но затем все вернул в то русло, которое необходимо. Продолжает Хабиб работать из гарда. И еще одно попадание. Доминирует Хабиб. По корпусу, голову, справа. И вновь локоть влетает буквально с треском в голову Коннора. Плотнейшие попадания в исполнении Нурмагомедова. Теперь уже и слева. По системе корпус голова продолжает работать Хабиб. Открывает гард Коннор. Наращивает постепенно темп Хабиб Нурмагомедов. И говорит, как и говорил Хабиб Нурмагомедов, я буду разговаривать с ним в поединке. Сейчас не слышно, о чем конкретно говорит Хабиб. Но он делает то, о чем говорил. Левый локоть. По корпусу. Голова. Раз за разом попадает Нурмагомедов. У Коннора, судя по всему, сил осталось совсем немного. Половина второго раунда позади. И пока что все в точности по сценарию, написанному Абдулманапом Нурмагомедовым. Закрывается полностью Коннор Макгрегор. Еще один удар. Оборона становится все более и более пассивной. Керби внимательно наблюдает за происходящим. Пока что безучастно. Серия ударов продолжает просто избивать Хабиб Коннора, который лежит на стиле. Пассивная оборона еще. Серия ударов. Керби подсказывает, что надо обороняться активнее. Просто перемолачивает сейчас Хабиб Коннора. Сбивает удар за ударом. Сейчас взял буквально паузу на несколько секунд и продолжает работу. Ну и в борьбе боковой контроль у Хабиба Нурмагомедова. Действительно, тотальное избиение ирландского спортсмена. Взял небольшую паузу Хабиб. 59-3. Пошел, болевой прием, да. Сейчас говорит, сейчас сделаю. Right now, сказал Хабиб. Ведь сейчас я сделаю тебе болевой. Такая же судьба постигла Майкла Джонсона. Смотрим. Начинает проводить болевой. Выдергивает руку. Хабиб Нурмагомедов не срывается захват. Освобождает руку. И вновь колено на животе. Есть варианты у Хабиба для того, чтобы выйти сейчас в маунт опять. Минута остается до конца второго раунда. Интрига пока что такая. Дотерпит ли Коннор до конца второго? Или перейдет все-таки в третий? Хозяйничает Хабиб. Как он шею отдал. Коннор Макгрегор. Все-таки отдадим должное Коннору, он до конца сражается. Он на руку вырвал и сейчас из последних сил пытается встать. Кому удавалось вставать в боях с Хабибом Нурмагомедовым? Но Хабиб по-прежнему прессингует. Не дает ни сантиметра пространства сопернику Хабиб Нурмагомедов. Да, у Коннора уже почти нет сил. И продолжают разговаривать спортсмены. Гудит зал, и похоже, что все-таки третья пятиминутка будет в этом противостоянии. Какая бы ни была твоя схема. Установи приложение Винлайн, получи фрибет 1000. Винлайн, скачай приложение, получи фрибет.
ассортимент качественного строительного крепежа. Фиксер. На нас все держится. Россия – наш дом, наша земля. Инновационные технологии и легендарное качество. Вековые традиции и долговечность. Это наше наследие. Прайер. Кирпич с именем. Широкий ассортимент качественного строительного крепежа. Фиксер. На нас все держится.
Mm-hmm.